Васильевич. О. Иван Чернышов. Жених из долгового отделения. Я вас не заметил.
Где ж вам меня заметить, когда вы носились в области эфира? Вовсе нет. А я люблю пофантазировать. Знаете, приятно делиться от прошлой действительности хоть на некоторое время. В особенности по прочтению какого-нибудь романа. Я всегда предаюсь мечтам. Приятно вообразить себя героиней романа, представить эти тяготы и невзгоды и, наконец, отдать свою руку последовательному лицу за верность. Не знаю, я не мечтаю. А сейчас что вы делали? Чему? Или лучше сказать, кому стремились ваши мечты? Говорю вам, что не мечтаю. И терпеть не могу мечтать. Как он похож на месье Печорин, один тот же характер. А я вот тут перечитывала героя нашего времени. Я его не читал. Вы его не читали? Ни за что не поверю. Уверяю вас, не читал. Вот уже 10 лет, как я ничего в руки не брал. Месье Печорин, кажется, тоже мало читал. Ну, так вы его читали? Хотя я в этом точно не сомневаюсь. Я вам расскажу его содержание. Герой этого романа ужасно похож на одного моего знакомого. Вот как? Которого и вы знаете. На Ивана Ивановича, что ли? Фи, разве может быть Иван Иванович героем романа? Он человек без сердца? Нет, он хороший человек. Ну, это разумеется. Конечно, а вот взгляды, понятия у него какие? Ну, у каждого свои понятия. Ну, да ладно, оставь его. Герой этого романа... Молодой человек, очень красивый наружности. Как всегда в романах. С холодным сердцем и возвышенным умом. Он не удовлетворен своей жизнью, поэтому ни в чем не может найти себе удовольствие. Я читала и вспоминала одного молодого человека, тоже постоянно печального и задумчивого. Не правда ли, что такой мужчина может нравиться чувствительной женщине? Может быть. Когда я жила в Ростове, за мной постоянно бегал толпа обожателей, но никто из них не производил у меня впечатления. У всех эти уже одна и та же преданная любезность и старые комплименты. Я искал человека с возвышенным умом и непреклонным характером, который не надоедал бы нежностями и любил бы гордо и величественно, как месье Печорин. Ну и что? Нашли? Кажется. Ах да, ведь вы были замки. О нет, я его уважал, царство небесное над любимым. Я встретила этого человека по приезде моего в Петербург. И твоя увидела. 12-й? Ты что, вы смотрите на часы, вам скучно со мною? Да нет, нет, это я так. Я женщина эксцентричная, характер у меня непреклонный. Но если я увижу, что этот человек поймет мою благосклонность, я тотчас же отдам ему свою руку и сердце, состояние мое, позволю бы увезти его за границу. Мы бы ехали с ним под благословенное небо Италии. Вот еще одна жертва. Бедный молодой человек, который позарится на ее состояние. А что, если были вы на его месте? Мое почтение. Куда вы? Но я должен встретиться с Иваном Ивановичем. Вдох, что ли, я вас не пущу, Иван Иванович, где тут должны вы дождаться? Как надоело, а? Откройтесь. А если у вас друг? Есть. А познакомьте меня с ним. Хорошо. И вы, вероятно, не доверяете своей тайности, своей намерения? Он готов для вас жизнь пожертвовать, не правда ли? Не спрашиваю. А я уверена, что так. Я должна поговорить с ним и узнать тайну вашего сердца. Мою тайну? Да, вашу тайну. Не запирайтесь. Я знаю, что у вас есть тайна, лежащая на дне вашего сердца. Эти чертовы почтальоны ползают, как черепахи. Месье Печорин, никогда первым заговорить о любви. Он ждал, когда мне сама и сама начнет. Неужели вы того же хотели? Послушайте, вы должны быть невсходительны. Вы требовательны о ужасном поступке. Вы должны были понять уже по взгляду, по всему, что вы любили. Но сделайте же первый шаг, ведь он же сделал первый. Кто? Да месье Печорин, вы совсем меня не слушаете. Ах, извините, я жду письма, я должен его получить. Я пошлю к горничной. Ну зачем же стараться, я сам скажу. Поверьте с нами. Ой. Иван Иванович говорил, что у вас очень много прекрасных картин. А я имею страсть к живописи. Представляете, с каким вкусом убран ваш кабинет? У меня там не прибрано. Я сейчас иду прибрать, и тогда уж буду рад. Ну так в другой раз, а я вас равно не пущу. Луша! Луша! Сходите, Николай Михайлович, узнай, не приносили письма. Нет, почтальона еще не было. Не вырвешься. Ой, Иван Иванович приехал. О, слава Богу! А кто это там с ним? А, Максим Кузьмич. Не сейчас! Пройдемте с посадом. Я должен поговорить с Иваном Ивановичем. А я должна поговорить с вами. Я вас без завтрака не пущу. Ну дайте же вашу руку. О, нет. Сюда я больше не ногой. Сегодня непременно заставлю его выспаться.
О, мой злой Печорин! О, мой злой месье Печорин! Я тебя помилуй, за что вы на меня так сердитесь? В чем я провинился? Еще спрашивает в чем. А ты почему мне вчера дома не был, а? Правда, я и так часто этот надоешь, Иванович. Да как ты осмелился не быть, коли я берел, забрался какую-то, которую сидишь там целый день. Да я старой хозяйке приютился, денька на два, на три. Завтра съезжать буду. Тебе сказано ходить ко мне каждый день? Ты эту неделю придешь, день не придешь, а куда вы волки прощай, да? Хорош, приятель, я тебя выкупил из долгового, я залог за тебя обвел, а ты из благодарности ко мне не хочешь даже и носом. Эй, Иванов, я чувствую, ценю. Да черт по мне твое чувствование, тебе сказано ходи ко мне каждый день, вот и ходи. Ты должен меня слушаться, я же за тебя внес 250 толковеньких. Иванов! Вы с меня заемное письмо взяли в 500. А черт, ты не твое заемное письмо, что с тебя взять, у тебя нет ничего. Иван Иванович, ничего, сами знаете, служил я в провинции 30 лет честно и беспорочно, ничего не нажил. Тут наехал новый начальство, стали заводить новые порядки, ну, и велели в отставку подать. Ты, где, говорят, слабоумен. А чем жить-то? Век ныне купеческий, подал я в отставку и бросился в торговлю. Приехал в Питер, занял несколько сотняк и начал торговать, и проторговался. Приятели не пощадили, упекли в долговое. И так тебе и торговать. Куда тебе торговать? Не способен. Вижу, что не способен, Иван Иванович. За это целый месяц просидел в тюремном заключении. И если бы не вы... Ну, уже разумеется, моя воля. Ну, так и быть. Первая вина тебе прощается. Ну-ка, присядь. Я тебе сегодня открою тайну, ради которой... ради которой выкупил тебя из долгового. Цель! А ты что? Ты думал, я бухту барахту взял и бросил деньги, да? Ты что думаешь, из одной трубы, что ли? Ты думал, что это за цель? А вот какая. Я? Ну да, ты. Ну, по крайней мере... Давно я имел намерение. Совершенно не пейте, договорил ответ. Дали нет, говори, хочешь мне деньги? Деньги! Деньги, Иванович, да вы сами это знаете. Ты, кажется, очень любишь прекрасный пол. Иван Иванович! Отвечай! Вопрос щекотливый. Уже не июль. Люблю! Потому жениться хочешь. Давно имел намерение. Ну так ты и женишься! Иван Иванович, подумайте, выведите из недоумения. Ты хорошо знаешь мою свеченицу, Марью Петровну, как там она на твои глаза? Там достойной любви и уважения. Ее покойник занимал славное местечко. Я оставил ей после себя не один десяток тысячонок чистогана. Слушайте, какой он благородный человек. А сколько у нее разных вещей, груда, и серебра, и золота, и брея. Скажите, пожалуйста. Вот на ней-то я тебя и женю. Иван Иванович, то что вы говорите? Женю? Непременно. Я считаю, что она нарочно приехала из Ярославля в Питер, чтобы найти себе жениха и выйти замуж. Вот я вас и сосватаю. О, бля, какой цели выбил я тебя из тюрьмы на свет Божий. Ну, а после свадебки я тебя повекселю, все денежки сполна и получишь, наш брат, по рукам. Иван Иванович, ты не смей верить такому счастью. Да чего же, зачем ты не мужик? Ну, мешковат немножко, но и так поправишь свои обстоятельства, молодцом развернешься. Главное дело, тебе нужно немедленно понравиться ей. Немедленно? Да как немедленно, Иван Иванович? Подумайте. Да что тут думать-то? Да, Иван Иванович, я сразу никогда не женился, и вдруг без приготовления. А что тебе приготовляться? Да как чего? И воротники смяты, завиться бы не мешало. К тому же обдумать надо. Да что? Вздор, что тут? И думать-то нечего-то. Нет, Иван Иванович, как вы хотите, а сегодня я не могу начать такое важное дело.
Пустите хоть залиться. Сказано нет, значит баста. Как ты спишь, мне противоречит. Или опять захотел на самом деле? Нет, 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 Сванов. Я только так сказал. Ну а кто-то же, смотри. Слушайся меня хорошенько. Я сегодня же сведу вас, оставлю вдвоем, и ты должен с ней объясниться. Сегодня? Да как сегодня, Иванович? Хорошо, объяснюсь. Вон она гуляет в саду, Иван Михайлович. Ты ведь знаешь его. У вас Мику видим. Ты должен сойти с ним поближе, Марья Петровна к нему очень благоволит. Уж не соперник ли это, а? Да нет. Он человек огорченный, человек вообще странный. К тому же он женатый. Да как же он у вас один живет? А я развелся он с женой. Там брат Шечин как порассказывает. Ты непременно садишь с ним поближе, он может быть помочь тебе советами семейной жизни. Ну а потом я пойду и как-нибудь пришлю. Ну я хорошо, хорошо, Иванович. Хорошо, хорошо, согласен. Ну так, вот так. Иван Иванович! А не лучше ли будет отложить это дело, ну, предположим, хоть до завтра? Знаешь что, а не лучше ли бы опять тебе остаться на казенной квартире? Ну, хорошо, хорошо, это я так просто сказал. Ну, вот и я тоже просто так сказал. Ну что ж, это отличная штука, жена. Давно уж я собирался жениться, да все никак не получалось. А теперь чем черт не скрутит? Рискну, смелость. Города берет! Двенадцатый на исходе, а без монет как нет. Мое почтение, Николай Михайлович. Ах, здравствуйте. Максим Кузьмич, если не так правильно. Точно. А вы, кажется, теперь изволили гулять по саду с Марией Петровной. С ней. Прекрасная дама. Вы думаете? Да кажется, они к вам расположены. Кажется, к сожалению. Так вот, я бы имел дерзость попросить вас замолвить и при случае за меня словечко. Зачем? Да как зачем, вы знаете, есть желание, как бы вам объяснить. Только я прошу, что это останется между нами. Разумеется. Мне хочется понравиться Марье Петровне. Желание очень естественное. Я думаю, вам не будет стоить большого труда. Да, вот, я и хотел вас попросить при случае, верните словечко за меня. Ну, скажите, что я ваш друг или приятель, ну и разное такое. На кой черт? То есть, в каком смысле на кой черт? Уж вы не жениться ли собираетесь на ней? Давно я имел намерение. Вот, на кой черт? То есть, собственно, на Марии Петровне. Да на кой черт жениться-то собираетесь? Вы что, не были женаты? Не имел счастья. Ну, оно и видно, что не имели счастья. Хоть не старше меня, но я опытнее вас в делах женитьбы. Послушайте моего совета. Не женитесь никогда. Вот согласен. А то есть на моей именно на Марии Петровне? Ни на ком вообще не женитесь. А на Марии Петровне, в особенности, это Мария Петровна ужасно похожа на мою жену. Ваша супруга очень хороша собой. Нильский крокодил. Да дело-то не в лице, что лицо, а в манерах, в характере. У этой Марии Петровны точно такой же характер, как у моей супруги. А каких лет ваша супруга? Да вот таких же, как и это. Бес попутал. Деньги проклятые всему причина. Я бы теперь этого никогда не сделал, нет. Сами подумайте. Только что вышел из университета. Состояния нет. Места нет. А соблазн-то манит. И театры, и гуляния, и кондитерские. Ну и пошел делать долги. До того замотался, закрутился, что хоть в петлю полезай. Вот тут и подвернулась моя Мегера Медузовна. Кто? Да жена-то моя.
Да еще приятели молодцы, подсуротили. Женились, говоря, теперь не тот век, чтобы сентиментальничать, да в любовь играть. Теперь нужно думать о существенном. Ну и послушался их. Женился. Да, вот и я теперь следую дружескому совету. Да это еще полбеды. Что женился? Да надо было мне, да, свадьбу-то взять с нее. Ну, вроде дарственной записи или там другого какого-нибудь письма, заемного письма. Я ж ведь этого ничего не сделал. Так ведь умаслила проклятая. Душенька, говорит Коля, я люблю вас как родного брата. Будьте моим другом на всю жизнь. Я отдам все мои состояния вам, распоряжайтесь ими как хотите, как своими собственными. Я вас ни в чем не буду упрекать. И вот за то, что я поверил ее словам, она 10 лет меня колесовала и пилила. Колесовала и пилила! Пилила! Само собой, не физически, а морально. А морально это еще ужаснее. Да, морально ужаснее. Вот какой черт, а! На другой же день, после свадьбы, она посадила меня на диету. Сама из опасения апоплексии ест умеренную пищу, так и я извольте питаться этим говном, извините, картофелем и щавелем. О! Вина! И в заводе не было. Денег только и давало, что на извозчика. И то, когда пошлет по своей надобности. Платье для меня сама заказывала портному. Ох, всем моим приятелям велела отказывать. Сиди с ней целый день и занимайся любезностями. Вот и все удовольствие. Да, ну с характером, да. Сначала я, конечно, начал борьбу. Стал ей на зло ей делать долги. Но после того, как она одного моего кредитора уговорила засадить меня в долговое отделение... Долговое? Я оставил эту затею. Стал на зло ей таскать ее вещи. Так она их запирать стала. Вот какой дьявол. Что тут поделаешь? Состояния нет. Места тоже нет. Я был побежден. Засел дома и покорился своей судьбе. Единственное занятие было мое. Лежать на диване с трубкой в зубах, да лаять на свою дрожайшую половину. Или придумывать что-нибудь такое, чтобы у нее от злости жила какая-нибудь лопнула. А веселенькое времяпровождение, и ведь 10 лет я так страдал. Но в одно прекрасное утро я дал тягу от своей жены. И что же вы теперь намерены делать? Вот видите, в том доме, где живет моя супруга, живет мой приятель. От третьего дня сказал мне, что ей все хуже и хуже. У нее признаки лихорадки. Доктора отказались. Вот. Сейчас я должен вот получить письмо от него, а его нет как нет. Я сам на нервах, как на базяр. То одно думаю, то другое. Вдруг как она умрет. Выжили! Ну уж тогда я сам ноги протяну. Мне такого удара не вынести. За эти 10 лет она из меня идиота сделала. Мне нужно мозгами пошевелить или что-нибудь сообразить. Я теряюсь, не нахожу себе места. Чувствую, что полным идиотом стал. Мне кажется, Марья Петровна характер совсем в другом роде. Они так добрые, обворожительны. Да, вы так думаете? Да. Ну, моя ведь до замужества такая же была. Впрочем, может быть, и я ей ошибаюсь. Только знаете что? Только бы не советовал вам жениться. Одно могу посоветовать, дорогой мой.
Но могу посоветовать. До замужества возьмите со своей невесты ну какую-нибудь дарственную запись или заемное письмо в кругленькую сумму. И на следующий день после свадьбы к чертям собачьим подальше от нее. Вот вам мой дружеский совет. И на этом вам премного благодарен. Денису! Денису, ну побольше, получше! А что это? С вами. Я думал, Марья Петровна идет. Да, она проезд поправляет. Сейчас вынес. Врасплох! Позвольте. А куда же вы? Я завтра велел подать да. Марья Марина. Я жду письма, и пока его не получу, кусок в горло не лезет. Так и я верю письмо сюда. Принести. Посиди. Марья Петровна желает с вами поговорить. Нет, не надо. Она мне чертовски надоела. Как только письмо получу, я сразу к вам. Ну что, познакомился? Познакомился? Какой он благородный человек. Он бы мог помочь тебе, если мне будет такой был к ним растерян. Ну что ж, Иван Иванович, но после его рассказа меня что-то страх бьет. Что ж, а тебе что боится-то? Не мальчик, что женщина не виолит, а? Я сейчас поговорил с ней. И узнал кое-что интересное. Она сказала, что не прочь от брака, и если явится человек достойный и протянет ей свою руку, то не получит отказа. Это ее собственные слова. Да неужели? Смотри, смелее, дорогей. Да, сейчас она выйдет сюда завтракать, так прояви всю свою любезность. Хорошо, хорошо, Иванович. Ты был все неразговорчив. Теперь прояви все свои возможности понравиться ей. Ну, а потом я выйду. А потом я выйду и оставлю вас одних. Иванович, а одних-то как одних? Да чтоб ты свободе мог объединиться. Смотри, смелей, не робей. Груди что-нибудь. Ну, только жар. На колени уходи. Вот она найдет. Смотри. Не успеешь ей понравиться. Помнишь, я знаю. Иван Иванович, да если вы будете здесь, да я и слова не скажу. Где же он? А где же он? Максим Кузьмичник, вот он! Мое почтение, Марья Петровна. Благодарю вас. А где же месье Счастник? Он пошел к себе. Зачем же его отпустили? А он обещался опять прийти? Да! Как только получит письмо. Какой он странный, как месье Вичек. А ну-ка, брат, пойдем. Пойдем, чай. Иван Иванович, не рано ли будет, да? Иван Иванович, вам налить кофе? Я благодарю, не будет. А вот и Кузьмичу ударите, он любитель. Садись рядом и начинай закидывать удочки. Извольте кофе. Премного благодарен. Вы это книжку изволили читать? Да, роман Лермонтова. Хорошая книжка. А разве у Лермонтова может быть что-нибудь дурное? Конечно, у Лермонтова. У Лермонтова не может быть. А что, Марья Петровна? Говорят, у вас в Ярославле весело живут. Да, общество у нас превосходное. Можно сказать, что умеет жить. А вы не бывали в Ярославле? Нет, не имел счастья. А вот с Лешей не так был. Да тебя про это не спрашиваю. Какой шлюха, ну. Иван Иванович, я хорошо слышу. Я слышу, что Марья Петровна про это не спрашивает. Они меня спрашивают, был ли я в Ярославле. А я им отвечаю, что в Ярославле я не был. А что был в шлюшне и даже неоднократно. Мама, здорово, не стеночная, а день. Да, Иван Иванович, нельзя же так сразу и бухнуть. Я из-под... Да жалкий не из-под воли. А вы, Марья Петровна, не думайте опять в Ярослав ехать? Нет. Я навеки с ним распростилась. Хотя Ярославль моя родина, но там много для меня неприятных воспоминаний. Там могила моего мужа. Но ведь вы, кажется, с ним спокойненько не очень-то ладно. Ах, да, по счастью.
Он не умел понять и оценить меня. Он только и знал, что расчет и деньги. А деньги? Деньги вещь хорошая. Ну, а теперь вы должны быть ему благодарны. Он оставил вам славное состояние. Конечно, в хозяйственном отношении он был чудесный муж. Но что касается симпатии душ, да чувств. Вот она теперь расчувствовала, да смелее. Иван Иванович, подождите, я при вас не могу, я и слова не скажу. А что, Марья Петровна, не попробуйте вам часть его второго раза? Да, Марья Петровна, не попробовать бы вам, а? Ну что ж, если явится человек достойный понять и оценить меня, то я бы не сопротивлялась бы и решилась. А что, Иван Иванович, хорошо, я издалека душу. А что это долго не идет, Николай Михайлович? Дайте я сходить, скажу за ним. Сходите. Скажите, что я его ожидаю. Да я его точно приведу. На приступ. Когда проезжего проезда, поможет за него, а я и там. Иван Иванович, уйдите. Уйдите, говорю, Иван Иванович, а то я и слова не скажу. И сложусь, что... Подчеркну. Я люблю тебя. И как только он придет, не говоря ему ни слова, покажу ему это. Это обезоружит эгоизм его. А что, Николай Михайлович, точно к себе пошел? К себе. Он теперь и сам не свой. Бедный молодой человек. Вы жалеете его? Да ну как же его не жалеть после того, как он мне открыл свои тайны? Он вам доверил свои тайны? Так про вас, что он мне говорил. Да. Батюшки, не просившись за молву. Да, он говорил, что у него есть друг, и поэтому я давно хотела зайти с вами. Спасибо ему, вот молодец. Замолвил словечко. Скажите, а вы его преданы до гроба? Вы за него умереть готовы? То есть в каком это смысле? А он вам открыл тайну своей души, причину своей грусти? О, открыл. Ужасное положение. И страдался бедняк, а вы разве об этом не знали? О, нет. И догадывалась. Женщина ведь очень проницательна. Да, в ужасном положении. Он теперь и сам не знает, что его ожидает, и надеется, и боится. Чего же ему бояться? Что касается меня, то я Иван Ивановичу сказала, что мне надоело доме положение, и что я не прочь от супружества. Батюшки, сама начинай. И если человек предложит достойную мне руку... Марья Петровна, да я давно уже искал случай поговорить с вами, так сказать, о состоянии вашего сердца. Состояние моего сердца? Понимаю, это он велел ему выведать. А я вас не понимаю. Да как не понимаю, Марья Петровна? Я давно уже искал случай, так сказать, поговорить с вами. Марья Петровна! Что вы делаете? Так согласитесь же стать женою доброго и проницаемого обожателя вашему мужу. Максим Кузьмич, вы благороднейший и бесстрашнейший человек во всем мире. Я всегда утверждала, что дружба – самое лучшее качество. Она будет помогать во всех затруднениях жизни. Благодарю вас, друг мой, благодарю. Батюшки, она и благодарит меня. Марья Петровна, не томите. Так значит, скоро я, надеюсь, мы сыграем с вами нашу свадебку. Представляю. Как Иван Иванович будет рад. Да я и сама не желаю медлить и откладывать. Как только он придет, я тотчас же объявлю ему день нашей свадьбы. Представляю, как он разинет рот, когда она ему скажет об этом. Я сейчас приведу его. Подождите. Я так взволнована. Не надо успокоиться. Максим Кузьмич, вашу руку. Я полюбила вас от души и буду благословлять тот день, который мы увидим. Иван Иванович, извините, ничего не мог сказать. Ну вот, я так и знал. Да ты что, шутишь, что ли, надо мной? Так иди, что путного не делал. Ну, ничего, слава. Черт бы тебя побери после этого, а тебе заботишься, а ты нюхать идешь. Такое счастье пускаешь из-за рот своей проклятой. Да ты, подумай о своей голове, вспомни, где ты сидел неделю назад, куда опять можешь попасть?
Ты что скажешь, как сумасшедший? А ты что, сударь ты мой? Ты что думал, что я так ничего и не сделал? Нет, сударь ты мой. Уж если чего мы захотим, так не сорвется. Понял? Что ты говоришь, неужто? Нет, мы не дураки. Мы ему портики. Иван Иванович, объяснился, дело сделано, понял? И не может быть, врешь. Правда врешь? Нет, нет, Иван Иванович. Объяснился я в любви, сделал предложение, и сейчас они выйдут, и здесь при тебе назначат день нашей свадьбы. Друг! Иван Кузьмич! Да я не облазаю! Молодец! Молодец! Руку поздравляю! Я прознал, я из Долгового, что денег в печку не бросают. Я был уверен, что если ты что захочешь, непременно дадите. Поздравляю! Поздравляю! Я, брат Ваня, займу у тебя рубликов десяток полтора. Те 5 рублей, которые ты мне давал по выкупе, отдать хозяйке мужикурского за квартиру, гонит с квартиры. А вот 25, немало. Да-да-да, довольно, довольно, Иван Иванович. Поверь, что в знак благодарности после ты получишь вдвойне. А вот и твое заемное письмо. На, порви и уничтожь его. Ну, это уж слишком. Рви, рви, Кузьмич, рви. Иван Иванович, поверь, что после, что вместо этих 500 ты получишь 1000. Изволь, согласен, ради дружбы я на все готов. Слушай, скажи-ка, а как ты не пошли? Да очень просто, Иван Иванович. Я ей сделал предложение, чтобы предложение, признался ей в любви, она в свою очередь тоже сказала, что давно обращала на меня внимание. Ну, тары-да-бары, 5-е, 10-е, ручку поцеловать, а меня, естественно, все. Как это тут я? Но нельзя же без этого. Иван Иванович, уж если чего мы захотим, так на своем настоим. Ах, хватит, ловко отхватил. Полно, полно, Иван Иванович, нельзя же без этого. Да. Друзья мои! Мои друзья! Друг! Брат! Ой-ой-ой! Буквально, что это с вами? Я свободен! Свободен! Сейчас получил письмо. Приятель уведомляет, что потому так долго не присылал письма, что моя покойная супруга была очень плоха, и лишь только отправилась, он тут же прислал мне это письмо. Вот оно. Любезный друг. Нет, нет, не могу. В глазах читать. Любезный друг, уведомляю тебя о кончине твоей супруги. Вы представить себе не можете, что было со мной, когда я прочел эти слова. Да, да, Эмми. Нет, нет, все свое состояние, все свое, я оставляю моей компаньонке мамзель. Она вас забыла. Зато я ее никогда не забуду. Не надо, ничего не надо. Я свободен! Свободен! Я могу свободно разгуливать по всем улицам Петербурга в надежде никогда не увидеть свою Мегеру Медузовну. Я свободен, как орел в небе, как лосось в Финском заливе. Я даже, пожалуй, могу жениться, но я этого никогда не сделаю. О, драгоценнейшая моя Олимпиада Вильяна, мир праху твоему! Каждый год в день твоей кончины я буду осыпать могилу твою цветами. О, господа, поверьте, хоть
Мне ее, конечно, жалко. Хоть мы иногда и ругались с ней немного, но все-таки она была прекрасная женщина. Это, господа, из учтивости. О покойниках плохо не говорят. О, какой я мавзолей ей воздвигнул! И сломленное дерево, и разбитая ваза, и плачущая дева. Все, все будет там. О, ангел, чистый и безгрешный, от нас, увы, ты в небо улетел. Остался твой супруг, страдалец неутешный, оплакивать печальный свой удел. Вот иди, эпитафия готова. А вы меня тоже можете поздравить. Мария Петровна согласилась со мной вступить в законный брак. Да-да, он славно обнял твоё дельце. Так значит, вы не послушали своего совета? Ну так вы не знаете моих стесненных обстоятельств. Но потом будете жалеть. Мне все равно. Женитесь, расходитесь, опять женитесь. Мне ни до чего нет дела. Я свободен. Я должен насладиться этой свободой. Ну уж, я и наслаждюсь. Друзья мои юности, где же вы теперь? Увижу ли я вас? Возобновим ли мы вновь наши дружеские беседы? Да, черт возьми, нужно погулять по этому свету, насладиться свободой, друзья мои, поймите мою радость. Эй, это мои Петровны дела, критическая минута. А, все здесь? Я очень рада. Драгоценнейшая Марья Петровна, как ваше великолепное здоровье. Я же здоров, как никогда. О, как я счастлив. Вы все счастливы? Что с вами? Какая перемена? Да есть ли чего перемениться? О, я сейчас получил такое известие, от которого можно с ума сойти. Вы сказали ему? Ну, да разве я мог умолчать о таком счастье, Марья Петровна? Вы злой. Я готовила сюрприз. Марья Петровна, вас, кажется, можно поздравить с начатием благого дела. Можно сборность. Доброе дело. Я вам сам этого советую. Благодарю вам. Так не надо откладывать дело в долгий ящик. Назначайте поскорее день свадьбы и дело с концом! Да, не томите! Назначайте скорее! Вы тоже скорее хотите? Ну, конечно! Чем скорее, тем лучше! Вы эгоист, месье Печорин, вы злой! Ну, так и быть, я вас прощаю! Чего бы я перед ней провинился? Наша свадьба будет через 2 недели! Ну и чудесно! Ай, да, Мария Петровна! Нет, простите, через 2 недели! У меня не поспеет фрачная пара. Я бы желала венчаться где-нибудь за городом, в отдаленной церкви. Это будет так романтично. И чтобы пораньше утром, а то набьется полная церковь народу, окружит аналой, и слух изъясняет свое мнение. Я бы желала венчаться даже до обедни. Это можно? Да, я думаю, что можно. И Иван Иванович, до обедни? Да так рано, я просплю. Ну, если не успеете на венчание, тогда прошу к вам на дом. Что? Тогда прямо к обеду. Иванович, что они говорят? Если не успеешь в церковь, так к обеду. Ну, насколько мне известно, жених всегда венчается с невестой. А они говорят, так к обеду. Постой, брат. Тут что-то не так. Марья Петровна, вы поставили жениха в крайне недоумение. Я? Чем я вас привела в недоумение? Меня? Его? Как? Да что вы все на меня смотрите? Что с вами? Так я вам говорю про жениха. Так вот он, мой жених. Николай Михайлович. Что? Он, да, я-то. Я ваш жених. Ха! Так, где моя шляпа? Подайте мне мою шляпу. И сейчас, и что с вами? Подальше от меня. Я ваш жених, да я на вас и не собирался жениться. Что? Что такое?
Да, больше ничего, как мое почтение. Я рад, что от своей-то жены избавился. Так вы еще и женаты? Теперь вдовец, вдовец. И жениться во второй раз не имею никакого желания. Не потому, что считаю это дурным делом. Нет, нет, нет. Брак — это дело священное. Я просто не достоин такого счастья. Так, Иван Иванович, завтра же я оставляю вашу квартиру. Она мне неудобна. Ой, Господи, из огня-то в полыме. Помоги, Господи, ноги-то убрать отсюда. Одежь! Покуда? Что же это такое? Ты сейчас тут крепко. Даже не знаю. Что? Это была насмешка. Очень вам благодарна, Иван Иванович. Что ты такой? Он сам предлагает мне руку через своего приятеля. А потом, когда я соглашаюсь, а выявляет, что он женат, что он вдовец, а потом убегает, как сумасшедший. О, как вы меня обидели. До самой сердечной глубины обидели. Марья Петровна, да и какой насмешки здесь не было. Вот это безумный тебя перепутал. Это он за вас сватался. Что? Так это вы сами хотели на мне жениться? Я не нарочно, это он. Что? Еще лучше. Уж вы хуже-то никого не могли найти. Неужели вы могли подумать, что я с моим достоинством, с моим состоянием, в смысле, может, я вот этот мешок с картофелем? Самой сердечной глубины обидели, нет. Я здесь сейчас не останусь. Еду за границу. В Париж. Не то, что в Париж. В Сицилию, в Италию. Поселюсь на вилле. Буду гулять с итальянским гидальго по берегам Атлантического залива. Илюшка, растет. Мы переезжаем отсюда. С этих пор прошу не считать меня своей родственницей. Прощайте. Батюшки, что это такое? Мои деньги, мои предприятия все лопнули. Ну, почтеннейший Максим Кузьмич, что скажешь? Ничего, не знаю. Немного же. Да ты кто же, луки сердце или дурак набитый? Не знаю. Как это случилось? А чего произошла такая путаница? Верно, ты не так объяснился, перебрал. Опять не знаю, что у тебя на плечах вместо головы-то надето. Не знаю. Не знаю. А я знаю, что я дурак. Потому что связался дураком. Да что ж тут я такой затмений дернул, черт выпить его из тюрьмы. А все из старой дружбы виновата. А уж денег моих я тебе ни за что не прощу. Ну, видимо, и делающий человек дрянь, был на службе, ничего не приобрел. Стал торговать, тюрьму садили. Я за год, за два, за 10 лет вперед несу за тебя кормовой, чтоб ты сидел в долговой ямах, ты плох. Вот он, и вексель ты разорвал на мелкие кусочки. Разорвал. Хорош, хорош, молодец, даром, что смотрит таким тихомолкой. Нет, погоди. Может быть, тебе опять долгово. Ну что стоишь-то? А ну отправляйся, где твоя шляпа? Пошел. А ну-ка, погоди. Ну-ка, подойди сюда. Отдавай мои глазки целком. Ой, Иван Иванович, сейчас, минуточку. Видишь, какой проворный, да. Да какой! Проворный, вот теперь прощай. А через несколько дней быть тебе опять на старом месте. Что он глаза-то выпучил? Или не садить ли тебя вместо долгового сумасшедший дом? Не знаю. Не знаю. Не знает. Эх, фалалей, фалалей. Было счастье под носом, да ловить-то не умеет.
А, впрочем, и там живут. Возвращаться к хозяйке денег нет. Пойду, люди, в народ. Может, кто и поможет. Театра драмы Городничева. Педагога. Училище культуры, да? Училище культуры. Городничева Владимира Константиновича. Что в глаза-то выпучил?
Или не насадить ли тебя вместо долгового сумасшедший дом? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Эх, Флорин, Флорин. Было счастье под носом, да ловить-то не умею. Там живут. Возвращаться к хозяйке денег нет. Пойду, люди, в народ. Может, кто и поможет.